Ну что, мои дорогие, будем распаковывать. Так, вот это двуспальный бязь. Называется Софи, цвет бежевый. Отечественная, ивановская. Так. Сейчас я здесь распакую, а потом пойду постелю, покажу вам. Вот видите, написано Василек, Ивановский трикотаж, официальный сайт. Так, вот накладная. Так. Тоже двухспальный. Бязь. С наволочками. Ага. И этот тоже с наволочками. Этот двухспальный с европростыней. Тоже подеяльник, простыня, поддеяльник 175 сантиметров на 215, простыня 240 на 220 и две наволочки 70 на 70. Это у нас называется маковое поле. А это полутораспальный. Пелагея. Это поплин. Так. Если эти стоят комплекты по 970 рублей, вот этот стоит 1060 рублей, 1059. Так, то вот этот Пелагея 1346 рублей. Вот, итого на 4345 рублей. 100% хлопок. Так. Ну что, пойдемте смотреть во всей красе. Ой. Вот. Это вот постельное белье называется «Маковое поле». И небеса тут тебе с облаками. Господи. И горы. Это прям Крым. В конце мая. Слушайте, прям да. Это вот в конце мая вот так будут цвести поля. Нет, ну понятно, там о расцветках и спорить не стоит, кому что нравится. Правда ведь? Ну, нарядно, прям как картина. Так. Ну что, все. Прошито как надо. Размер, сами видите. Вон сколько еще с кровати, видите, спускается. Вот, вот такая вот красота. Ну вот, и, в общем, короче говоря, тут еще поддеяльник идет. И две здоровые 70 на 70 наволочки. У меня подушки, я не знаю, как они называются.
но они 45 на 70, поэтому придется наволочки ушить. Но ничего в этом страшного нет. Сделаем поменьше. Вот. Вот такой он приятный. Ну, чувствуется, что хлопок стопроцентный, конечно. Потому что вот было мне, например, подарено постельное белье Иринкой. Красивое все. Но оказалось, что это, ну синтетик. У меня с синтетикой сложные отношения. Вот, так что, девчонки, заказывайте. Недорого, красиво. Хлопок. Ну и поддеяльник такой же. В общем, короче говоря, вот такой комплект. Так, ну что, мои дорогие, вот это следующий вариант. Софи бежевый, двуспальный. Ну, чуть-чуть он, да, немножко он поменьше. Вот. Тоже тут наволочки. 70 на 70. Пододеяльник. Вот, так что вот такой вот. Вот. Вот такой вот комплект. Ну что, мелкие цветочки на бежевом поле, по-домашнему, уютненький. Самое главное, что это стопроцентный хлопок, и это наш отечественный производитель, которого нужно поддерживать. Кому, если что-то понравилось, то вы запоминайте название, вам будет проще найти. Вот было маковое поле, а это Софи. Вот. Еще один двухспальный комплект. Он называется Пантеон. Ну, это тоже бязь, стопроцентный хлопок. Мне кажется, он сюда прям подходит. В эту комнату. Да? Хороший, приятный. Я прям подсела на этот василек. Не хотела белье заказывать постельное. Думаю, ну еще квартира у меня там в Мурманске. Тут я что, пока, а потом думаю, ну а что нет-то? Почему бы нет? Еще лето впереди. Внуки приедут. Друзья приедут. А тут как раз вот тебе и постельное белье новое. Хорошо. Ну и тут то же самое. Поддеяльник и две наволочки 70 на 70. Да, мне придется ушивать все наволочки. А если у вас подушки 70 на 70, то прямо и ушивать ничего не надо. Ну и последний, четвертый комплект. Он полуторный, поэтому мал, конечно, на эту кровать. Но мне, честно говоря, больше всего он понравился. Ну, во-первых, это не бязь, а поплин. И стоит он подороже, хоть он и полуторный. Ну, во-первых, я люблю вот такую вот расцветку, чтобы было два цвета. Вот они, видите, огурцами какими-то тут. Вот. А поддеяльник вот такой. Тоже все такое бежевенькое. Вот, называется он Пелагея. Так, вот еще раз вам показываю, девчонки, название, цена. То кому надо, записывайте и заказывайте. Я говорю, я подсела на василек. Видите, у меня туника из этого магазина. Теперь еще и постельное белье. Ну, прям вот хочется. Красота. Приятное такое. А в конце очень приятно. А в конце
Мне, во-первых, хочется поблагодарить Василёк за то, что он есть. И хочется пожелать, чтобы он так и оставался с хлопком, с натуральным, со стопроцентным, а не скатывался, как другие фирмы, добавляя синтетику. Ну и удачи и процветания, конечно. Прям хорошо. Вот. А вам, мои дорогие, спасибо всем. Заходите на сайт Василька. Заказывайте себе одежду. Я вот не смогла найти, хотела в халате лечь. А у меня, оказывается, и халата-то ни одного приличного нет. Надо зайти в Василек и заказать себе пару халатов. Всем спасибо. И пока-пока.